Какая красота, персики. Начинают зреть. Вот это край, Рубцовский район, село Новоматвеевка. Наш первый урожай персиков. Вот такая красота. Как вам показать? Вот ладони. Они довольно-таки крупные, ребятки. Вот. Персик Гродского. Косточки у Писова, у Железова, а Валерия Константиновича. Вот такая красота. Такие вот у нас красавцы. Смотрите, полюбуйтесь вместе с нами. Мы начинаем спеть. Какие вот мы красавцы. Какая красота. Ой, какая красота. Ну вот, созрели наши персики. Привезли мы их домой. Вот в сравнении с желтой сливой они покрупнее. А вот так выглядят вот на сушку их. Разделала. Сейчас буду сушить в листе. Урожай персиков. Но это не все. Штук 15 мы раньше сняли. Напала тля. Приходится обрабатывать деревья. Пришлось снимать. Что-то уже под деревом было. Что-то на дереве еще. Ну, в общем, вот такая красота. Могу заверить, очень-очень вкусные. Сейчас разломлю один. Покажу вам. Что это такое за красота? Вот, полюбуйтесь. Косточка довольно легко отходит, но не отделяется. Вот, внутри мякоть красная, сладкая. Кожица жестковатая, как бы колючая. Ну, это персик. Вот, а мякоть сладкая, с легкой кислинкой. Ну, вкусная, очень вкусная. Нам... Северянам практически, которые никогда не пробовали спелых персиков, конечно, знаете, это чудо. Спасибо Богу, спасибо Юрию Бродскому, который поделился косточками с Валерием Константиновичем. Спасибо Валерию Константиновичу за его меценатство, которым он занимается всю жизнь. Дай Бог ему здоровья. И Юрию Бродскому, Юрию Васильевичу Бродскому тоже дай Бог здоровья. И долгих-долгих лет жизни. Во славу Божию!